Здравствуйте, я Амаль, и сегодня мы рассмотрим Digitech BP90. Это басовый процессор с педалью экспрессии. Устройство включает в себя 27 типов эффектов обработки, модуляции, басовых кабинетов, легендарных педалей, таких как VMI, и драм-машину. Давайте послушаем некоторые пресеты. Послушаем встроенные ритмы. С ними гораздо удобнее заниматься, чем с метрономом.
Педаль экспрессии работает не только как громкость, но еще как регулятор эффекта. Thank you.